Девочка, у тебя слишком много моральных принципов. Они бьют тебя по рукам. Ну и как успех? Много принцев там были преданы твоим губам, пели оды твоей невинности, восхищались твоей добротой, а потом предавались низостям по ночам с распутной другой. Говорили, ты слишком хорош, мол, им лучше тебя не найти. Ну и сколько раз огорошили тебя эти посланцы любви. Ты им песни, стихи, пирожные, женщина, божья благодать. Почему ж ты такая хорошая, не смогла им главного дать? Они тысячи пошлых шуточек и уснувшие Москвы огни. А ты вместо красивых трусиков им читаешь свои стихи? Да кому нужна твоя преданность и умение хранить очаг? У любви здесь простая последовательность. Не нашелся еще смельчак, что накормит тебя мороженым и раз 10 сводит в кино. Каким надо быть отмороженным, чтобы искать души твои дно? Это все пережитки прошлого и пустые бредни подруг. Не бывает такого давно уже, чтобы милый парнишка лишь друг. Принц из сказки, что на коне должен быть, променял его на БМВ. Вместо подвигов просто сумочка. Но не абы какая. ЛВ. Не нужны ему твои признания. Захотелось с Татьяной побыть. Твой Онегин, текила израненный, думает, как бы в хоромы прибыть. Моя милая, чистая девочка, хватит так свято верить в мечту. Из примерной тебя и безнравственной той, он, скорее всего, выберет ту.